Поступил у меня вопрос, как бороться с прокрастинацией. А если честно, я с ней не борюсь, потому что я считаю, что если я прокрастинирую, есть две причины на это. А я себя недостаточно замотивировала делать то, что мне надо, б, мне это на самом деле не нужно. А, соответственно, ну, если не нужно, то я просто забываю, прощаю себя и иду дальше. Если это все-таки мне нужно, я думаю, окей, раз я не делаю шаги, значит, я недостаточно себя замотивировала. А, мотивировать себя хорошо двумя способами. А, как мне Рима как-то сказала, морковкой сзади и морковкой спереди. Морковка сзади – это представить самое-самое страшное, что случится, если вы этого делать не будете, себе так в красках подрисовывать и вот этой картинкой себя поддерживать в тот момент, когда хочется ничего не делать. А морковка спереди – нарисовать, наоборот, картинку, что будет, когда вы это достигнете, но очень-очень красиво, вкусно, чтобы вам захотелось туда двигаться. И вот этими двумя картинками себя пинать. Удачи!